Всем привет! И видите, где у нас сегодня пиццерия? И сегодня я буду распаковывать пиццерию. Она из коллекции Пикник, и мне ее не хватало. Такая вот пиццерия. Я расскажу сначала о упаковочке. На упаковочке написано «Оупси Минис». Минис тут зеленый лук, грибочки, томаты и лук. Табличка еще такая есть. И как это по скидке, раньше она стоила 259, а сейчас она 140. Сзади показана вся коллекция и дата ее рождения. Она родилась 4 февраля. Тут написана вся коллекция. Гамбурелла, вкусняшка и макаронка. Написано, что ее зовут Пиццерия. И снова табличка. Ну что ж, давай же самый, как у моих двух предыдущих куколок из других коллекций. Это вкусняшка и гамбурелла. Кто не видел эти распаковки, обязательно посмотрите их на канале Дашулькин Мир. Сейчас я возьму ножницы и тут подрежу скотч. Вот тут. Это мне очень нравится. Купила я в магазине Микс. Смик. И она была там в скидке. Как я вам говорила. Вот такой вот фон. Я не буду о нем рассказывать, потому что у меня такой уже был. Ну а теперь распакуем саму куклу. Такая кукла. Начну с самой куклы. Вот такая вот кукла. У нее бантик. Он состоит из двух кусочков пиццы. И пиццы эти скрепляет помидор. Волосы у нее сделаны из макарон. Ну и из теста. Бантики сделаны у нее из петрушки. Вот тут вот рукава у нее сделаны из теста. Нижняя часть платья сделана у нее из томатов. А сама юбка сделана из пиццы. А на пицце тоже базилик. Колготки сделаны из томатов, а кроссовки такие белые с желтыми концами и зелеными шнурочками. Давайте достанем его, ее питомца. Такой вот питомец. Он напоминает мне намнамса. Я сейчас возьму этого намнамсика. У меня есть вот такой вот мишка. Он почти похож, осталось только, ну, у него другая прическа. И она девочка. Ну, фигурки у питомцев так точно похожи на намнамсов. У куколок это серые похожие питомцы на намнамсов. Вот так вот. Дальше. Дальше идет с ней вот такой вот красивый половник. У него узорчики тут. Маленькие тут. И он серебристый. Ну и последний, что тут шло. Как соус. Это томатный кетчуп. Или майонез. Майонез белый. Поэтому это точно из томатов. Да. И тут она может наливать на может, пиццу. Может, это суп какой-то? Да, я и говорила, что суп. Это суп Минестроне. Есть такой итальянский томатный суп. А, гаспаччо тоже может вот быть. Вот такой вот суп. В общем, какой-то суп. Ну что ж, на этом сегодня все. И коллекция моя собрана. Хотя осталась еще одна кукла. Хотя уже у меня коллекция собрана. Потому что та кукла мне не нравится. Ну что ж, на этом сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте вопросик для Даши. Пока. Thank you.